Огурчик под названием лимон. Отличается от других сортов своими круглыми плодами желтого цвета. Плоды весом 100-120 грамм. Небольшие. Сейчас сорву. Два плода сорвалось. Вот они такие. Очень похожи на дыню мелкоплодную. Можно сказать, что это дыня. Но сейчас я вам их разрежу и покажу, что это огурчик. Их можно консервировать, эти огурчики. Они с легкостью помещаются в банку. Ну, это уже перезревшие плоды. К сожалению, я отсутствовал и не успел вам снять молоденькие. Огурчики уже отходят, видите, по листьям. Уже отходят. Вот еще плодик. Вот такие огурчики. Круглые. Сейчас мы один разрежем, возьмем. Это 55 дней от созревания до созревания. Немножко обмыл его. Огурчик попробую разрезать. Вот я их разрезал. Как видите, обычный огурец, только круглый, с желтой кожурой. Аромат обычного огурца, вкус тоже, абсолютно без горечи. Вот он такой. Так что сажайте этот сорт, кушайте его в салатиках, консервируйте. Он очень хорошо утоляет жажду. Еще раз повторюсь, абсолютно без горечи. Урожайность, конечно, поменьше, чем в обычных огурцов. Ну, парочку килограмм с одного куста можно собрать. Вот такой необычный огурец лимон. Обязательно посадите его, попробуйте. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. В ссылке под описанием есть название сайта, через как можно, и описание, как можно получить семена этого огурчика. Так что сажайте. Очень интересный сорт.